Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я, Вика. Сегодня мы с вами вяжем шаль с капюшоном. Таким вот красивым узором, девчонки. Вот он в оригинале. Вот, давайте не будем оттягивать. Итак, что нам понадобится? Привязки на пряжу никакой. Моя рекомендация где-то 200-250 метров. В 100 граммах. И спицы я использовала два размера спиц. Это 3,5 миллиметра и 4,5 миллиметра. Вот, в принципе, вот это все. У меня пряжа бобина итальянская, смотанная в 3 сложения. И по итогу, что у меня получилось, где-то 220-230 вот метров. Это мой образец. Вот если вы возьмете пряжу в этом размере, вот эти спицы вам подойдут, и вы попадете в то, что, ну, приблизительно в то, что я вязала. Если не попадете, не страшно, потому что здесь никакой, опять же повторяюсь, никакой привязки на пряжу. Начинают все одинаково. Мы начинаем вязать нашу шаль. Значит, с чего мы начинаем? Набираем 5 петель. 2, 3, 4, 5. Спицы 4,5 миллиметра. Тонкие спицы нам нужны будут только для капюшона. Первый ряд мы вяжем лицевыми петлями, и по кромочную петлю обязательно лицевой, чтобы получился вот такой вот шикарный край, вот такими узелочками. Со второго ряда мы начинаем добавлять петли. Пока мы вяжем лицевыми петлями, все вот здесь вот такой пятачок, пока у нас не нарисуется узор, мы вяжем лицевыми петлями. Значит, первую петлю снимаем и с предыдущей, из протяжки, вывязываем одну лицевую петлю. Далее лицевая, из протяжки дополнительная, лицевая. Тут, здесь мы добавляем 4 петли в первом, во втором ряду. Лицевая и, то есть, вот смотрите, у нас 1, 2, 3 петли, между ними, между всеми добавлена петля из протяжки. И перед кромочной тоже добавляю. Сейчас я все нарисую. Тут важно начало начать, далее оно все уже будет видно. Значит, что у нас пошло? Здесь кромочная, 1 петля, я так рисую, между ними я добавила. Далее 1 петля. Добавила и центральная, добавила 1 петля, добавила. То есть здесь у нас по 1 петле, это пока. Значит, что у нас здесь? Здесь идет кромочная, и добавления будут после кромочной через ряд. Здесь у нас кромочная, добавления будут перед кромочной через ряд. То есть один ряд мы делаем добавление, один не делаем. Здесь у нас как бы регланная линия, и добавления будут делаться до нее и после нее через ряд. Здесь же у нас петли будут добавляться. Вот классическая как бы косынка, да. Так, третий ряд я вяжу, провязываю все лицевыми петлями. Это значит, что это тот ряд, в котором мы не добавляем. Теперь считать мы ничего не будем, девчонки. Считать мы будем только в узоре. Вот здесь мы не считаем. Поворачиваю. И в этом ряду я добавляю. Первая кромочная, помним, после кромочной. Ой, я добавляю из протяжки. Можно делать накиды, тогда у вас дырочки будут. Тогда вам будет виднее. Вот делайте так, как вам удобно. Вот центральная петля. Сейчас, на данном этапе, вот она здесь находится. 3 петли у меня между центральной петлей. Давайте ее отметим маркером. Это нужно было сделать, Вика, изначально. Вот. Но я делаю в
четвертом ряду, значит, вот центральная. Здесь я провязываю 3 лицевые, воздушная петля, не воздушная, а из протяжки, лицевая петля из протяжки, 3 петли лицевые и перед кромочной петля из протяжки. То есть что это значит? Я, по-моему, чуть-чуть запутанно объяснила. В общем, у нас есть 2 кромочные, после нее, после кромочной мы добавляем, это то, что я говорила, и перед кромочной, и центральная линия, которая находится ровно в половине, по обеим сторонам от нее мы тоже добавляем петли. И это значит, что в каждом через ряд у нас добавляется по 2 петли. Ну, что если считать в ряды, то это сколько рядов, сколько и петель добавляется. Вот. Теперь ряд я вяжу лицевыми. И в следующем ряду снова буду добавлять. Что касается узора, девчонки. Узор у меня есть отдельным видео. Вот. Оставлю ссылку под видео в описании. Я здесь на него зацикливаться как бы не буду. Единственное, что скажу, как вписывать узор вот именно в эту треугольниковую конструкцию. Так, теперь ряд, который мы добавляем. То есть здесь я уже далее ничего не считаю, я просто добавляю. Вот она, моя центральная петля. Я до нее добавляю петлю и после нее добавляю петлю и перед кромочной. Вот таким образом я вяжу перед кромочной. Так, есть. Так, не забываем вязать последнюю кромочную лицевой петлей. Лицевыми петлями я вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 10 рядов всего. Снова я добавляю, видите, через ряд у нас идут добавления. Один ряд мы просто провязываем, а в одном ряду вяжем добавление. Делаем добавление. Здесь вот маркер можно переместить, если вам плохо видно, то вы его переместите. Так, и вот мы этот пятачок связали, 3-4, наверное. Сейчас глянем. Тут, по-моему, не 10, а 9 рядов. Здесь у нас узелков 1, 2, 3, 4, а здесь 1, 2, 3, 4, 5. Да, 9 рядов, девчонки, потому что мы узор начинаем с лицевого ряда, с того, который... Вот сейчас добавление у меня. Значит, 10 ряд сейчас у меня добавила. И теперь я иду вязать узор, начинаю вязать узор. 2 изнаночные по узору. Я думаю, вы помните узор. Не помню, вы уже должны были его попробовать. 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные. 1, 2. У меня здесь 2. И добавляю 1 петлю. Лицевой ее провязываю. Лицевая центральная. И еще 1 дополнительную добавляю. Значит, что смотрю, что у меня здесь 2 изнаночные. Вот так же я и начинаю. 2 изнаночные. Это только в начале. Лицевая, 3 изнаночные. Лицевая, 2 изнаночные. И добавляю петлю. Парный ряд. Все по узору. Четный ряд. Вернее, нет. Следующий ряд все по узору. Теперь мы вот эти дополнительные петли мы в изнаночном ряду провязываем лицевыми всегда. И в лицевом, и в изнаночном. Потом мы его уже вписываем в узор.
Здесь мы тоже провязываем их лицевыми, центральную петлю тоже лицевой, она будет и в лицевом, и в изнаночном ряду всегда лицевой, вот такой вот платочной вязкой. Эту дополнительную, которую добавили лицевой, далее идет по узору. То есть эти петли, которые добавляются, мы всегда добавляем и провязываем лицевой. Почему лицевой? Потому что изнаночной неудобно, мне лично неудобно. Если вам удобно из протяжки сделать из нее изнаночную, пожалуйста, а если вы используете накид, то вам еще проще, то вы там лицевой петлей провязываете накид, да и все. Далее здесь снова мы добавляем, вот сейчас я ее провязываю лицевой, и далее вяжу по узору. Девчонки, что касается добавления, так, здесь вяжем по узору 3 из лицевой, 3 из лицевой, далее все изнаночными. Начинаем добавлять следующий, как бы, вот смотрите, где бы хорошо видно было, вот следующий, как бы, сектор, вот эту вот, ну, цветочек, да, скажем так, боже, я не знаю, как назвать, мы только тогда, когда у нас, сейчас я вам поймете, так, то есть мы вяжем все петли, вот которые добавились, изнаночной гладью до тех пор, пока у нас после вот этой вот, вот этого цветочка не будет 5 петель. Вот здесь он у нас, смотрите, 1 2 3 4, не, то есть пока не достигнем 5 петель. Что это значит, сейчас я вам покажу. Здесь все вяжем по узору, которую вы уже знаете. Здесь добавляю. Если у вас накид, то накид в изнаночном ряду вы провязываете его лицевой. Так, вот. Значит, видите, у нас тут по 2. Здесь у нас как бы уже должна быть лицевая, но пока мы ее не вяжем, потому что можно сбить узор, девчонки. Я продолжаю это все дело вязать лицевыми петлями. Здесь уже у меня по 4 петли после цветочка, после веточки. Вот, давайте я его назову веточкой. Так, уберем, чтобы было виднее. Здесь я продолжаю. Все так же изнаночными вот здесь вот петлями, ну, не считая того, что я добавление вот это провязываю лицевой. Здесь все по узору мы продолжаем вязать. Так, смотрите, здесь у нас идет первый ряд раппорта. Мы его вяжем. Здесь, смотрите, 1 2 3 4. Я добавляю, и все так же. Мы будем делать все, как бы, добавления новых веточек в каждом третьем ряду раппорта, потому что это удобнее всего. Это я уже испытала. Удобнее всего считать и удобнее всего добавлять. Сейчас я вяжу первый ряд раппорта. Здесь у меня никаких веточек не добавляется, просто все провязывается дополнительные петли изнаночными петлями. Так, видите, платок у нас принимает вид платка. Вот так мы вяжем, добавляем здесь по бокам от этой вот петли, и здесь добавляем. И сейчас я вам скажу, покажу, как делать дополнительные веточки.
И таким образом вы продолжаете. Все время вяжем, добавляем, пока мы независимо от вашей плотности, все начинают одинаково, все начинают, продолжают одинаково, добавляют одинаково. Только может различаться количество рядов, чтобы, ну, размера достичь определенного. Кстати, я свой размер озвучу, но это не значит, возможно, вы захотите больше или меньше шаль. Это тоже вполне достижимо. Здесь уже вы корректируете по своим желаниям. Так, теперь смотрите, что мы делаем. Мы добавляем следующую веточку вот тогда, когда мы вывязываем из вот этой вот лицевой 3. Это значит, что здесь у нас, смотрите, вот эта лицевая, между ними у нас 3 петли, и вот эта четвертая петля отсюда, 1, 2, 3, 4, она и будет новой веточкой. То есть раппорт у нас из 4 петель. И мы сейчас ее прекрасно вписываем сюда. Вот все остальные петли у нас изнаночные. Итак, 1, 2, 3. И вот она, следующая веточка. И из нее я вывязываю 3 петли. То есть в дальнейшем это будет следующая моя веточка. Далее вяжу по узору. Здесь что у нас получается? 1, 2, 3. Из четвертой тоже вывязываю 3. И далее по узору. Так, после веточки. Вот здесь вот число петель у вас будет пока каждый раз другое. Не обращайте внимания. Главное, чтобы после вот этой вот начала нового раппорта у вас не была одна петля. Тогда не нужно делать. Лучше пропустите этот раз и делайте в следующем, как бы, ряду, третьем ряду раппорта. Вот. Потому что я пробовала, там потом убирается, вот провязывается 2 вместе, и оно потом деформируется и искажается, и, в общем, теряется узор сам. Так что не надо. Как минимум 2 петли должно быть после этой веточки. Что у нас здесь? Вот веточка. 1, 2, 3. Вот из этой петли я вывяжу 3. 1, 2, 3. И все, я потом уже продолжаю ее вязать, как эти 3. Далее я буду вот 2 вместе, 2 вместе, ну все по узору. Далее она будет полноценной веточкой. Это тоже уже мои наработки. Я пробовала, кстати, там и по-разному начинала, но вот такой вот вариант, он самый оптимальный. Сейчас я еще провяжу изнаночный ряд. Вот я их провязываю нормально, уже по узору, как бы как веточку. Здесь у нас 3 изнаночные. Смотрите по итогу, что у нас, как бы, получается. Видите, у нас было 2 веточки, теперь добавилась 3 и 4. Все. Итак, мы продолжаем. Эти уже 2 веточки мы интегрируем в узор. Здесь у нас добавляются вот эти вот изнаночные, продолжают добавляться. И далее, и далее, и далее мы с обеих сторон продолжаем добавлять вот эти вот веточки. Да, и, в принципе, и расширяем, и вяжем, 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 сколько нам нужно. Так, и что у нас по размерам, девчонки? Сейчас вы можете заскринить вот эту вот схему. Я здесь промерила в сантиметрах уже готовую вещь после обработки, девчонки. То, что у меня. Вы
уже в конце видео вы же можете посмотреть, что у меня по итогу получилось, и понять, что хотите вы. То есть, хотите вы больше или хотите вы меньше шаль вот эту. Капюшон, я думаю, изменять не нужно. Ширина, это далее будет, просто я объясняю сейчас. Вы, если заскрините эту схему, то вы ею потом будете пользоваться. Значит, ширина капюшона 70 сантиметров и глубина 25 сантиметров. Ну, то есть, ширина набора. Сейчас вы все поймете. Потому что мы вяжем отсюда туда. Далее, сам платок, сама шаль у меня от центра в стороны, вот эти стороны, все три, у меня ровно 80 сантиметров. И вот эта вот поперечная сторона у меня получилась 100 сантиметров. Ну, это в таком лежачем свободном состоянии. Понятное дело, что оно все тянется, вот смотрите, в разные стороны. То есть, это все... Эта шаль, она очень такая, и этот узор позволяет... как бы быть полотно очень пластичным в разные стороны. Вот. И вот такая вот у меня, вот такой вот у меня размер, девчонки. Вот. Так, по рапортам я там говорю дальше. Значит, по сантиметрам вот по этой схеме ориентируемся. Это чтобы получить то, что есть у меня. Вот. Так, вот смотрите, девчонки, я сколько провязала, сейчас скажу, сколько рапортов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать рапортов. Я ориентируюсь по своей, как бы, по своему наличию пряжи. Значит, сейчас я перехожу уже на платочную вязку. Я уже завершаю, заканчивается у меня пряжа. Вот, вы же смотрите, по итогу, вы уже-то знаете, уже схема есть по итогу, сколько у меня получилась шаль. Вот. А вы смотрите, вязать вам нужно больше или точно так же, как и я. Останавливаться. То есть сейчас я перехожу на платочную вязку. Так, провязала я 9 рядов, точно так же, как и в начале, и закрыла петли эластичным способом. Вот он хорошо тянется, нигде, потому что шалью мы и обматываемся, и завязываемся, то есть она должна быть как бы пластичная, эластичная в разные стороны. Вот, выберите любой для вас удобный способ эластичного закрытия петель и закройте петли. Я просто ночью это все дело закрывала, уже не снимала. Вот. Для капюшона на тонкие спицы 3,5 миллиметра я набираю 115 петель. Таким вот образом, сначала я делаю петельку вот такую вот и набираю вот так вот петли. 115. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять, двенадцать. Итак, 115 петель я набрала. Теперь вяжу резинку 1 на 1. Первую петлю снимаю. Одна лицевая, одна изнаночная. Первый ряд пойдет туго при этом наборе, но нам он нужен, поэтому вот так вот. И так продолжаем вязать резинкой 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная. Итак, я провязала, девчонки. Сейчас я вам скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 13 рядов сейчас. И что я сейчас делаю? Мне нужно сделать подгибку. Для этого я первую петлю снимаю, кромочную. Вторую изнаночную я увожу нить сюда, тоже снимаю. Отгибаю вот эту подгибку, ну, сюда. Цепляю за первую петельку, вот с наборного края. И одеваю на левую спицу. Возвращаю вот эту вот петлю, которую я пересняла. И провязываю 2 петли вместе. То есть ту петлю, которая у меня рабочая, и ту, которую я одела с кромки. Следующую петлю тоже переснимаю. Возвращаюсь сюда. Здесь
одеваю следующую петельку и провязываю их вместе лицевой. Эту возвращаю и провязываю лицевой. Далее изнаночная следующая. Здесь следим, вот для этого нам нужен был тот наборной край, чтобы хорошо было видно петельку, которую мы поднимаем. Таким образом, мы соединяем эти, получается подгибка. Тут ориентируемся, вот лицевая должна совпасть с лицевой здесь. Изнаночная, значит, здесь изнаночная тоже. Вот. И так по всей длине. Вот так вот это выглядит, когда вы провяжете ряд. Вот у вас получается двойной такой край. Теперь я беру спицы 4,5 мм и первый ряд вяжу лицевыми петлями. А со второго ряда начинаю уже вывязывать узор. Этот ряд у меня изнаночный. Вот, нам немножечко его нужно спрятать. И поэтому первый ряд стабилизирующий мы вяжем лицевыми петлями. Так, довязываю ряд до конца. Теперь вяжу нормально узор. Начиная с первого ряда, то есть 2 изнаночные, как в видео про узор, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, все по узору, девчонки, классически по видео с узором. Итак, девчонки, я провязала 5 рапортов, вот смотрите, они мои 5 рапортов. В сантиметрах у вас схемка для ориентации. И теперь я буду делать скос капюшона. У меня здесь 115 петель. Отнимаем 3 петли, которые мы будем сокращать. 112. Это значит 56 петель я вяжу сейчас. Раз, два, три, четыре. 56, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 56. Так, я провязала. Теперь 3 петли вместе изнаночной. Это будет наш центр капюшона. Так, и здесь у меня осталось 56 петель. Я их вяжу по узору. И изнаночный ряд я вяжу по узору. Итак, я провязала лицевой до конца, изнаночный, и в каждом лицевом ряду теперь я буду сокращать, провязывать по 3 петли по центру. Боковые части у меня будут уменьшаться, понятное дело. А средняя часть, сейчас я вам покажу, дойду туда до центра. То есть боковые петли мы уже не считаем, мы просто можно отметить маркером центральную петлю. И относительно нее делать сокращение.
Так, и вот теперь вот смотрите, вот она наша петля, предыдущее сокращение, вот она, видите, и мы берем петлю до нее и после нее и провязываем 3 вместе изнаночной. И в следующем лицевом ряду мы сделаем точно так же, мы дойдем сюда до центра, вот она центральная петля, мы сократим, провяжем вот эти 3 петли вместе, и так далее. Итак, вот они мои сокращения. Девчонки, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть раз я сократила. И теперь, что я делаю? Я складываю таким вот образом, лицевой стороной вовнутрь. Там, где у меня вот эта вот петля, я ее слева или справа оставляю. Я делю это все пополам. Здесь достаю спицу. И при помощи крючка буду закрывать петли и сшивать одновременно. Я беру с каждой спицы по одной петле и крючком провязываю. Вот он. Капюшончик здесь у меня скос, и сшила я его. И теперь я беру свою шаль, девчоночки, нахожу там, где у меня начало, вот эти те 5 петель, которые я набирала, беру свой капюшон и вот здесь вот совмещая с этим началом шали, вот центр, он это середина шали. И вот середина капюшона. Я совмещаю и начинаю и сшиваю. Сшиваю я. Вот иголочка у меня, вот она. Сложена это у меня лицевыми сторонами. Вот смотрите, видите, это шаль, вот край шали, это ее центр, центр капюшона, где у нас шов. Я здесь совмещаю, а здесь вот так вот раскладываю и отсюда сшиваю. Угу. Вот эту ниточку я потом продену. Таким вот образом я сшиваю до середины, потом вот сюда вот пришиваю капюшон. Ну вот, мои хорошие, вот мой результат, вот что у меня получилось. Очень мягкая, ну конечно же, это еще и заслуга пряжи. Мягкая такая приятная вещь, уютная и теплая. Вот. И что, кстати, хорошо, что можно затянуть капюшон, чтобы и не продувало, как бы потуже завернуться в это все дело и завязать, если ветреная погода. Либо как аксессуар. Кстати, я не сфотографировала, вот зря я. Это просто как шаль и со снятым капюшоном. Все-таки мне нужно будет это сделать. Кто не подписан в Инстаграм, обязательно подписывайтесь. Уже видео я буду монтировать уже так, как есть, но я еще досниму эту шаль со снятым капюшоном, чтобы вы видели. Вот. И что еще хочу сказать. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, становитесь обязательно спонсором, потому что я уже работаю над тем, что там будут появляться часть моя мастер-классов именно для спонсоров. Вот такое вот я решение для себя определила. Ну, в принципе, это все, девчонки. Вяжите, смотрите, не бойтесь, не все. Только какая-то часть из более серьезных, ну, таких
проработанных, скажем так, мастер-классов, она будет для спонсоров. Это такая скорость и будет новинка. Ну, а я сегодня с вами прощаюсь. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока!